Вот разобрала я тут траву. Сохнущую, как поняла, расторопша мне хватит. Не все сейчас по названиям вспомню, но кто знает, поймет по виду. Да, снимаю пока на экшен, потому что с той камеры еще не слила на комп флешки. Хочу такую же многоуровневую, деревянную, можно пластиковую, если есть, сушилку. Не лепестрическую, чтобы оно само по себе сохло. Стояло. Вот у меня был такой поднос большой деревянный, но уже такой древний. В прежней квартире. Но так как там над плитой был крюк, было куда повесить, то он как бы был нужен. Был в деле, а в этой квартире вешать некуда. Но большие такие подоконники, и можно было бы что-нибудь вот такое. Я там планировала вообще купить лепестрическую сушилку. Но как-то пока еще не дошла, даже не посмотрела в люксе. Вот приеду, потом гляну. Может, что-нибудь выберу. Потому что лепестрическую сушилку я периодически все хочу. Как-то, видимо. Так же, как вот с этим, с Windows-буком было. И с графическим планшетом. Только, может, еще просто не созрело. Вот я сюда тут повесила веничек. Кстати, отвары из нее, если делать тазики для рук или ног, помогают против судорог. Ну и можно ванны делать, соответственно. Если у вас эти судороги, повсеместно мне показалось, что бабочка летит, но бабочка летела за окном. Какое счастье, эта мерзкая бабочка летела только за окном. Может, вчера у меня была родня тёти с сестрой старшей, и сюда дважды залетала, то ли одна и та же, наверное, одна и та же. Ну, ее выгоняли у меня. Сестра, правда, сказала, что ты делаешь, когда, типа, нас нет, а кот ее жрет. Так как у сестры была собака, то, как бы, кота мы убрали в этот. Ну, он сидел закрытый в горнице, и когда уже собаку выпустили, ну, в смысле, уехала собака, я его выпускаю, он так настороженно все нюхает, и сидел уже в итоге, забрался на комод от этого дивана, который... Вот у меня два веника. Это вот этот зверобой. Большой веник. А это у нас пижма. Опять же, пижмы надо будет еще собрать. Я помню, мама собирала эту пижму, я только не помню до чего. И я ее путала раньше по названию с каким-то другим растением. Может быть, даже со зверобоем. Вот теперь не спутаешь. Ну, тут опять мои предки. Хотела сюда повесить, но потом подумала, что, наверное, все-таки лучше у окна. Меньше нервов будет, если вдруг что у кого. Да и мешаться не будет. Мне ящик тетя Валя презентовала. Ей дети его презентовали. Вообще, у нее там два ящика было. И она мне предложила, говорит, что убрать. Это пластиковый вообще контейнер на 5 литров. Тут у меня уже высохшая, даже подписанная. Подписала, в смысле. Ой, тут два этих. Надо убрать, вот, видимо, не заметила под этими мешочками, то у меня в одном из, как раз, в одной из бумажек, из влажных, бумажных платочков даже, бумажная салфетка тут была и бумажные платочки с собой брала. Это листья лесной земляники. Я тут как-то шла пешим, но теперь у меня есть велик, снова благодаря нашему доброму соседу Боре. У меня тут подписано, чё кто в ком. Вот здесь ромашка, там еще что-то. Красноклеверка от красного клевера, надо будет еще набрать, потому что что-то с ним вообще дефицит. Вообще хотела посмотреть дома уже, почему просто кашку эту розовую не собирают, именно красноклевер. Там полезен для сердца, у бабушки был какое-то лекарство в основе красного клевера. Такой вот мелкий обзор. На экшен камеру. На винде, оказалось, я там ставила какую-то приблуду монтирующую. Ну, в общем, она какая-то через раз требующая купить, докупить какую-нибудь фигню. И видео мне монтировала в Ави для компьютера, допустим. В общем, сначала сказала, 8 часов будет монтироваться, даже больше, чем, значит, на минте самый какой-нибудь большой видос. А там вообще какой-то малюсенький файл был.
на 700 метров изначально. А потом оно уже у тебя проснулось, что-то я легла в итоге поздно, около двух. Потом кот у меня стал буянить, мыша ловить или что там, вот кот идет. Я тогда сидела, разбирала, он ко мне прыг как раз на траву, и мне его пришлось согнать. Он обиделся и свалил, и пришел обратно. Тиша, не надо на это окно лазать, у тебя есть два других окна замечательных. Тиша, тиша, поверни морду к людям. Короче, он стал буянить, и в итоге я просыпалась, окончательно около 12 встала. Вот такие пироги. Внезапно оказалось, меня кто-то из привык смотрит. Когда мне вчера родственники сказали, я сначала думала, что они стебутся или ругаются. Оказалось, что им это нравится. А мне было очень-очень-очень, как говорит Никитос, стесняющие вещи или что-то такое. Смущающая вещь. Короче, смущалась Лёля. Да, вот тут у меня мешок с мусором, который я сегодня утром вообще-то планировала выкинуть, но его проспала. И как-то не то, чтобы там сильно жужжат пчелы, но все же лучше, наверное, вечером выкинуть его. 4 миски. Вообще-то раньше были нормальные мисочки, но куда-то вот они за давностью лет еще в прошлом году девались. Кусок моей ноги. Все-таки крутая камера. Что бы там кто ни говорил, можно ей такой обхват сделать приличный. В общем, сейчас пока здесь пусто, ну я туда собираюсь поставить установку мою. Кстати, кот пьет. Часть кадра занимает мешок с мусором. Холодильник загудел.